Distinguished legislators, dear representatives. Уважаемые законодатели, уважаемые представители всех групп, стейкхолдеры, уважаемые гости, сердечно приветствую вас на наше главное, первое главное заседание по правовым вопросам в истории нашего форума. Я надеюсь, у вас были интересные разговоры. Я думаю, вы ждете с нетерпением результатов нашего форума по управлению интернетом. С большим нетерпением жду выступления господина Томаса Ярзомека, члена германского Бундестага, германского парламента, и он будет говорить о цифровой повестке дня и стартапах. Вам слово. Уважаемые коллеги, уважаемые законодатели из всех стран мира, я очень рад, что вы все сегодня здесь. Но должен сказать, что сегодня наш дорогой коллега вообще-то должен был открывать это заседание, Джимми Шульц, но вы, наверное, знаете, что он покинул нас в начале этой недели, поэтому попрошу вас всех встать. Мы вложим минуту молчания. So thank you. Спасибо. И, может быть, вы можете также подписать книгу соболезнований, которая лежит в зале. Вот, да, специальная группа в германском Бундестаге, которая создала рабочую группу по управлению интернетом. И Джимми всегда был тем, который за нас путешествовал. Он был такого образа министр иностранных дел для нашей группы. Мероприятия по темам управления интернетом проходили по всему миру, и он нам всегда представлял результаты своих путешествий. Вначале всегда было немножко странно, чем же он, в принципе, занимается, но он всех убедил, насколько важно управление интернетом, показал всем нам, коллегам, как управление интернетом вообще функционирует, и это причина, почему мы сегодня все здесь собрались. Он очень поддерживал IGF здесь, в Германии, наш форум, объяснял всю общественность, всем коллегам у нас в правительстве, как управление интернетом функционирует и насколько оно важно. Мы потеряли очень дорогого, особенного коллегу. Мне его будет очень не хватать, и, конечно, его место никто не может заполнить. Спасибо за то, что вы показываете, демонстрируете его уважение ему. Это очень, конечно, особенный форум IGF здесь, в Германии, потому что впервые мы организовали здесь заседание депутатов парламента. Первый день, в нулевой день, вообще-то в Day Zero это прошло. Это очень хороший сигнал, потому что я верю, я убежден в подход многих стейкхолдеров. И одна вещь очень важна. Очень важно распознать и работать над всеми вызовами в области законодательства, потому что развитие демократии не происходит с такой же скоростью, как развитие интернета. И на протяжении нескольких лет уже мы наблюдаем вот эти две разных скорости между развитием интернета и технологией интернета, который очень быстро развивается. И ответ и реакция законодателя не может быть такой же быстрой. Очень разные ситуации у нас происходят во всем мире, в Европе, например. Существует право на забытие, а в других же странах мира публикуется информация о всем. Как это сбалансировать? Пока на этот вопрос никто не нашел ответа, поэтому очень хорошо, что мы сегодня здесь собрались, что мы разговариваем на уровне парламентов с тем, чтобы вернуться домой с большими знаниями, вашими знаниями. Я думаю, что интернет ставится
в сложную ситуацию с двух аспектов. С одной стороны, есть страны, которые говорят, нет, у нас есть свой интернет, а мы в Германии боимся, что вот этот глобальный ресурс может быть раздроблен, что кто-то будет воздвигать стены в интернете, и что не все будут иметь возможность свободно выражаться в интернете. Сегодня мы находимся здесь, в Берлине, в городе, который был разделен на долгое время. Здесь стояла стена и разделяла этот город. Поэтому мы знаем по собственному опыту, что стены и барьеры не хороши, и что это зло, и что это зло. Поэтому очень важно сохранить этот открытый интернет без границ. И второй вызов приходит к нам со стороны промышленности. Сначала было очень много активистов в интернете, очень много открытых источников, все было очень конкретное. Теперь же мы видим, что большие предприятия, которые работают в интернете, отличные, очень интересные компании, которые приносят много инноваций, но они ставят под вопрос вот эти вот открытые стандарты, которые, в принципе, создали интернет. На каждом углу я вижу, что развиваются новые стандарты, но они не открытые, и они кому-то принадлежат обычно, каким-то предприятиям. И мы убеждены, что интернет должен оставаться площадкой инноваций. Для этого ему нужны открытые стандарты. Мы в Германии же пытаемся устранить все барьеры со всех сторон. Мы выступаем за открытый интернет, за открытые источники, за открытые APIs. Это очень важно, с тем, чтобы сохранить открытую площадку. Мы не хотим, чтобы предприятия доминировали площадки интернета. Мы хотим, чтобы они были открыты для всех, для пользователей, для общества. Для нас это крайне важно. Сегодня мы здесь собрались с тем, чтобы так сказать, выступить от имени Джимми Шульца. Он был замечательным политиком, который выступал именно за те ценности, за те темы, которые я только что описал. Конечно, перед нами стоят и другие вызовы. Подумайте только, например, о киберпреступности, о риторике ненависти. И поэтому я приветствую то, что политики со всего мира приехали сюда с тем, чтобы обменяться мнениями, стратегиями и получить хорошие результаты. Мы благодарим Федеральное министерство экономики и энергетики за то, что они организовали это мероприятие. Министр Петер Альтмайер был здесь в нулевой день и выступал здесь перед публикой, держал вступительную речь. Мы очень вам благодарны. Мы все надеемся, что у вас были хорошие встречи, и с большим нетерпением ждем встречи в следующем году в Польше, и надеемся, что мы будем работать в русле и под девизом «Одна сеть, один мир, одно видение». Большое вам спасибо. Спасибо вам большое. Если же вы присутствовали здесь при церемонии открытия во вторник, вы, наверное, слышали Ханс-Йорга Дурца, который также и говорил о Джимми Шульце, и он оставил, и мы вместе с ним оставили книгу соболезнований с левой стороны, в этом зале она лежит. Я вас очень прошу написать там ваши соболезнования. Я
С большим удовольствием теперь предоставлю слово господину Хансьорку Турцу. Он является членом германского парламента и ведет германский комитет по цифровой повестке дня. Вам слово. Уважаемые дамы и господа, я хочу вас всех поприветствовать и хотел бы также поблагодарить Томаса Эрцомбега за свои вступительные слова. Он еще до начала этого периода был членом германского парламента, и я очень рад, что представитель правительства также говорит о важности участия депутатов парламента. Я хотел бы присоединиться к его высказыванию и хотел бы кое-что к этому добавить. Спасибо большое германскому правительству и, в частности, Федеральному министерству экономики и энергетики за то, что они организовали и поддержали организацию этого форума по управлению интернетом, за то, что они сделали важный вклад с тем, чтобы этот форум стал вот таким вот замечательным мероприятием здесь, в Берлине, что они не побоялись здесь быть партнерами и контактными лицами, отвечать на ваши вопросы во время этой недели. Большое вам спасибо. Также хотел бы похвалить германский Бундестаг, потому что они взяли на себя эту инициативу и предложили организовать IGF у нас в Германии, потому что некоторые члены нашего парламента уже на протяжении многих лет участвовали в разных мероприятиях IGF, и к ним также принадлежал Джимми Шульц, который умер в этот понедельник. Он и его команда, конечно, сделали невероятный вклад в организацию этого форума 2019 года, и большое вам спасибо за это. Депутаты парламента, как Джимми Шульц, уже очень рано поняли, какую важную роль играет интернет и с этим связанная цифровизация, насколько важно вести дискуссии о формации вот этой важной вены 21 века, и что дискуссии вместе с гражданским обществом, представителями правительства, технологическим обществом, но и с депутатами парламента очень важны. Мы недавно окончательно это решили, когда мы посещали мероприятие в Париже в прошлом году. Мы установили, что многие дискуссии, которые велись там, у нас слишком мало обговариваются в повседневной жизни нашего парламента. И мы решили, что надо что-то изменить. И сегодня мы знаем, что это изменение произошло, и вы все в этом, вы все сделали вклад в это, потому что тот факт, что вы приняли предложение, приглашение наших депутатов парламента, и то, что вы приехали сюда, то, что вы участвовали в дискуссиях в ваших парламентах и здесь, в Германии, тому сигнал. Потому что я уверен, что впечатления и знания, которые вы получили здесь, что вы принесете, привезете их к себе домой. Я надеюсь, что это время для вас здесь, в Берлине, во время этой недели было очень продуктивным, и что вы не считаете участие политиков здесь увеличенным и лишним, но что вы считаете, что оно, наоборот, помогло. Потому что я считаю, если нас что-то объединяет, то это любовь к детальным разговорам и дискуссиям. И я надеюсь, что мы эту традицию будем продолжать. И другие традиции мы также хотим поддерживать. Мы всегда видим IGF как площадку борцов за свободный децентральный интернет. Площадка, которая связывает людей. Это цифровая такая связь, которая служит людям и
больше никому. Этим участием в IGF мы хотели бы поддержать дискуссии о сети, и эта поддержка нам очень нужна, потому что эта свободная структура интернета ставится под угрозу особенно двумя развитиями. Томас Вёрцомбек это уже говорил. С одной стороны, есть желание, которое у нас есть расширить интернет, с другой стороны, конечно, существуют технологические приложения. С одной стороны, мы убеждены, что интернет иногда лучше, чем всемирная паутина. И очень часто эти помыслы, эти мысли входят в нашу политику. Мы надеемся, что эта политика цифровизации наконец-то вырастет, что ее будут серьезно воспринимать, и что старая манера мыслить не перейдет на нашу цифровую экономику. Некоторые политики считают, что вызовы этого цифрового мира с вызовами надо обращаться старыми методами. Но, с другой стороны, у нас, конечно, есть технологические приложения, которые очень быстро развиваются. Очень часто эти быстрые развития мы воспринимаем как вызовы. Конечно, они очень важны и придают жизнь этой цифровой повестке дня, но не все являются положительными, потому что интернет, особенно на Западе, всегда воспринимался как нечто, что поддерживает политическую теорию. Всегда мы надеялись, что люди достаточно осведомлены, чтобы умно обращаться с интернетом. Но вопрос всегда задавался: почему же вы считаете, что новая технология будет способствовать развитию демократии? И мы должны признаться, что этот оптимизм на добро человечества не всегда был обоснован. Еще во времена Эммануэля Канта надо было быть достаточно смелым, чтобы действовать по собственным решениям. Ну и сегодня это не намного по-другому, потому что мы знаем, что если мы не будем ответственно действовать с этими всеми аппаратами и девайсами, то это будет иметь пагубные последствия. Например, если вы прогуглите картинки Эммануэля Канта, то вы получите также и картинку его противника Фридриха Якоби. Но даже эксперты не задаются больше вопросом, насколько прав Google. И теперь это приводит к тому, что ученые и журналисты случайно, ну, конечно, ошибочно используют эту картинку Фридриха Якоби вместо того, чтобы использовать картину Эммануэля Канта, потому что они просто слепо доверяют машине Google. Поэтому если это не критически воспринимать, то очень просто можно ошибиться. Если раньше эти развития нам показывались замечательными и казалось, что они будут помогать нам жить прозрачнее и проще, то теперь мы понимаем, что есть предприятия, которые собирают невероятное количество данных. Поэтому нельзя удивляться, что доступ всех людей к интернету обозначает также, что мы должны развивать правила для этих площадок. И 30 лет после изобретения машины люди придумали правила для пользования, для поведения на дорогах. И я думаю, что это также нам надо развить для интернета. Поэтому я очень рад, что депутаты парламента сегодня здесь собрались, чтобы поговорить об актуальных вызовах. Это
это собрание в нулевой день и его результаты был невероятным успехом. Не только потому, что так много депутатов там было, но потому что мы говорили об искусственном интеллекте, о сохранении открытого интернета и о шансах при цифровизации демократии. Мы увидели, что депутаты также друг с другом, также быстро друг с другом связываются, как и они могут подключить, как можно подключить смартфон к интернету. То есть есть очень много простых таких вещей. Но когда мы опять собрались, чтобы предоставить наши результаты после очень интенсивного разговора, надо было несколько раз позвать участников перед тем, как они с небольшим опозданием наконец-то заняли свои места. Уважаемые дамы и господа, я надеюсь, что так же произойдет и с интернетом. Давайте будем сотрудничать с тем, чтобы противники интернета не могли просто так разъединить эту всемирную поэтину. Давайте работать над нашими контактами, давайте работать над тем, чтобы связи в этом мире стоили больше, чем разлуки. Я был очень рад, что генеральный секретарь господин Гутерреш выступал здесь и сказал, что он желает себе назначить уполномоченного по вопросам цифровой технологии. Я считаю, что пока у нас нет, у нас сегодня здесь не просто один уполномоченный по этим вопросам, а целый ряд таких уполномоченных лиц, и я с большим нетерпением жду наших дискуссий. Уже сейчас хочу поблагодарить вас за нашу дискуссию и с большим нетерпением жду новой встречи с вами в Польше в 2020 году. Спасибо. Thank you very much. Thank you very... Большое спасибо, господин Дорс, за то, что вы представили нам свои идеи. Вы говорили о больших вызовах, а теперь мы выслушаем именно подведение итогов отдельных рабочих групп. Это будет длиться 75 минут, у каждого будет по 15 минут. Мы выслушаем от германских и других депутатов сначала выступление по тематике искусственного интеллекта. И я имею честь представить вам госпожу доктор Анна Кристман, член германского парламента, и госпожа Александра Гейзе, которая является членом Европейского парламента. И я рада их приветствовать здесь, на нашем форуме. Доброе утро. Я очень рада, что вы прибыли сегодня к нам. И вам очень прекрасно быть здесь, на IGF. Я думаю, это очень важное место или важная возможность обсудить эти тематики, эти технологии, как они будут влиять на наше будущее, и какую мы займем роль для того, чтобы определять будущее. Меня зовут Анна Крисман, я представляю партию «Зеленых», я являюсь членом комиссии по искусственному интеллекту германского Бундестага. Мы занимаемся всеми вопросами, которые занимаются вопросами искусственного интеллекта. 2 года тому назад была учреждена эта комиссия. Мы подготовим отчет, который будет опубликован в следующем году, и где будут учтены все аспекты искусственного интеллекта. Очень важно проводить мероприятия, где мы на международном уровне можем обсуждать вопросы искусственного интеллекта, потому что эта технология искусственного интеллекта будет иметь глобальные последствия, поэтому очень важно на глобальном уровне обмениваться информацией по данной тематике. В течение 3-4 минут я представлю вам свою информацию, затем передам своей коллеге из Европейского парламента. Во-первых, я считаю очень важным указать на то, что мы, как законодатели, несем ответственность за то, чтобы искусственный интеллект был использован для того, чтобы создавать шансы для развития нашей демократии и для наших ценностей свободы.
для того, чтобы это обеспечить, надо, конечно, поработать. Мы, как законодатель, должны ставить себе цель, чтобы искусственный интеллект развивался в смысле прав человека, благосостояния и прав человека. Для этого нам требуются определенные стандарты, мы должны определить различные сферы деятельности, также предусмотреть различные также запреты, что касается, например, автономного оружия. По данной тематике мы ведем также дискуссию в рамках нашей экскурсии. Нашей комиссии. Искусственный интеллект мы должны использовать во благо народа и во благо экологии. И эти два аспекта мы должны учитывать. И мы, законодатели, как законодатели, играем важную роль с тем, чтобы последствия были положительными. Конечно, это потребует много времени и энергии для того, чтобы заключить глобальные соглашения, но это необходимо. Я думаю, IGF и похожие мероприятия являются правильным форумом для обсуждения таких вопросов. Федеральное правительство подготовило стратегию по искусственному интеллекту. Это было год тому назад. И большинство государств разработали похожие стратегии. Это произошло в Европе, но и в других частях мира. Но я думаю, надо делать больше. Недостаточно, чтобы каждая страна стремилась к тому, чтобы быть чемпионом мира по искусственному интеллекту. Что нам требуется, это глобальная цель создания совместных стандартов, которые сделают возможным использовать данную технологию на лучших целях. В частности, я считаю, что малые государства, как и Германия, Германия в конце концов является небольшой страной, и в этом мире существует целый ряд небольших государств, очень важно, чтобы мы не стремились здесь занять ведущие позиции на глобальном уровне, но мы должны преследовать общие интересы. И поэтому мы должны разрабатывать совместные стандарты для искусственного интеллекта. Это обозначает, что у искусственного интеллекта есть технологический и этический компонент. Нам требуется надежные системы. Мы должны четко понимать, что делает искусственный интеллект. Это значит, это должно быть нам понятным и правильным. Это очень важно для того, чтобы люди понимали данную технологию. Это, конечно, связано с вопросом образования, для того, чтобы искусственный интеллект стал именно понятным, чтобы он вышел из этого черного ящика и стал бы понятной технологией. Это очень важно с точки зрения законодателя. Мы должны привлечь людей в данный процесс путем образования. Граждане должны понимать принципы искусственного интеллекта с тем, чтобы они могли принимать участие в дискуссии. В Германии существует данная комиссия, созданная по данному вопросу. Это является инструментом, она должна быть инструментом, чтобы подключить людей для обсуждения этих вопросов, чтобы обсудить, в какой сфере мы хотим больше принимать и пользоваться искусственными интеллектами, в каких сферах мы человеку придаем ведущую роль в использовании этой технологии. Также, что касается рабочих мест, здесь мы тоже должны выяснить много вопросов, потому что многие люди боятся именно потерять рабочие места. И многие боятся того, что искусственный интеллект заменит человека. Это, конечно, слишком просто высказано. И надо сказать, что ситуация более комплексна. Конечно, существуют здесь шансы и риски, и эти риски мы должны, к этим рискам мы должны относиться серьезно. Поэтому мы должны вести здесь открытую дискуссию, включать наше население в эту дискуссию, инвестировать средства в образование с тем, чтобы граждане, скажем, принимали в это участие. Была бы очень рада, если бы мы могли вести дискуссию по данному вопросу, а именно в каких сферах у нас есть возможность разработать совместные стандарты. Это, например, касается автономных автотранспортных средств, но также и решений по или решений проблем в области изменения климата. Это глобальные задачи, и я была бы рада, если бы могли использовать такие технологии, как искусственный интеллект, для решения глобальных проблем, которые касаются всего населения нашей планеты.
Я также хотела сердечно приветствовать вас. Меня зовут Александр Агиезе, я являюсь членом Европейского парламента. И я взяла на себя большую задачу с тем, чтобы подвести итоги дискуссии по теме искусственного интеллекта, которую мы вели здесь в рамках IGF. Как уже часто было сказано, есть шансы, но есть и риски, и вызовы. И это относится не только к искусственному интеллекту, но также и к моей задаче. Я была очень рада, что дискуссия по искусственному интеллекту была инициирована целой группой различных организаций, которых мы не считали экспертами по искусственному интеллекту, а экспертами по равноправию, по гендерному равноправию и другим равноправиям. Конечно, они являются экспертами по многим вопросам, которые важны для нас и которые мы должны учитывать в рамках искусственного интеллекта, потому что мы видим шансы, но видим также, чтобы искусственный интеллект работал бы в пользу всех людей, женщин, людей с ограниченными возможностями, лиц, которые принадлежат к различным группам. 70% экспертов по искусственному интеллекту не работают над тем, чтобы избежать такой дискриминации, о которой мы говорим. И этот вопрос должен быть учтен именно нами, парламентариями, потому что мы представляем все сообщество, все общество. Затем была еще следующая рабочая группа, где мы говорили о цифровом разрыве между Европой, США и Африкой, с другой стороны. И директор Организации Объединенных Наций говорил о том, что искусственный интеллект должен работать на благо всего мира, и что существует целый ряд рисков, связанных с отчетностью и предрассудков. Слишком мало женщин принимают в этом процессе участие. Африканский союз приветствовал инициативу ООН и сказал, что здесь должна быть движение снизу, с тем, чтобы и представители Африканского союза были включены в данный процесс, и чтобы, как это предусмотрено в декларации Шарм-эль-Шейх. Конечно, мы занимались и вопросами, такими вопросами, как демократия и мир. Был высказан ряд рекомендаций со стороны различных международных организаций, как, например, со стороны Совета АЭСР, который представил именно искусственный интеллект как принцип для развития экономики. Затем отчет ЮНЕСКО как искусственный интеллект для общества знаний. Определили, что существует право на информацию и что это надо лучше обеспечить путем лучшего подключения к интернету и к платформам. Конечно, следует здесь также учесть вопрос подключенности, которая все еще является проблемой в Африке. Затем было сказано, что право ограничивается искусственным интеллектом, потому что избираются информации, которые вводятся туда на основании данных, которые мы туда ввели. Был консенсус о том, что искусственный интеллект должен сосредоточиться на человеке, что здесь необходим целостный подход. Также обсуждались вопросы прав человека и этические вопросы, и также вопросы реализации устойчивых целей развития. Как представитель Европейского парламента, я хотела бы подчеркнуть, что Европейская комиссия, которая в среду начала свою работу, уже заявила о инициативе по последствиям искусственного интеллекта для человека и для общества, и данный результат будет предоставлен через 100 дней. Это очень интересно, потому что в Европе есть уже глобальный стандарт по защите данных, и то, что сейчас развивается в рамках КИ, тоже сможет стать таким глобальным стандартом, что касается последствий искусственного интеллекта. Хотел бы призвать всех, чтобы данная дискуссия касалась не только лишь экспертов и технологов, я думаю, технологи, на них возложена задача объяснить нам, какие возможности существуют в области искусственного интеллекта, например, в области борьбы с изменениями климата и так далее. И мы все должны подумать о том, как мы будем затем использовать искусственный интеллект, в том числе и для этих целей. Большое спасибо. Большое спасибо за представление результата вашей группы.
посвятили этой теме. А теперь переходим к следующей тематике, а именно международное сотрудничество по безопасному и открытому интернету. Этот вопрос мы обсуждали с самого начала, со дня Zero. Хотела бы попросить господина Ульриха Лехте. И вы будете выступать совместно с Леонидом Левиным, который является членом Российского парламента. Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги, которые пришли сегодня утром сюда, для меня большая честь представлять или быть модератором этой рабочей группы. У нас было большое участие депутатов из всего мира, из Египта, из Конго, из Бурунди, из Никарагуа, из Бразилии, из Бангладеша и других. Хотел бы поблагодарить всех, которые внесли свой вклад в успешность нашей рабочей группы. Мы, конечно, не знали, что произойдет, когда впервые будут принимать участие в такой работе депутаты наших парламентов. Мой коллега из Леонид Левин из Российской Думы после моего выступления коротко представит российскую перспективу. Что касается моей презентации, то я хотел бы ограничиться результатами нашей рабочей группы, и свое мнение я высказывать здесь вам не буду. Конечно, различные мнения являются ядром парламентской деятельности. Это является именно прекрасным в нашей работе, что у нас всегда есть что мы можем обсудить, дискутировать, что у нас есть различные представления о наших целях. Разрешите начать с вопроса доступа к интернету. В нашем зале такой доступ является чем-то обыкновенным. У нас также есть беспроводная такая связь. Иногда это не функционирует, потому что слишком много хотят иметь собственный доступ. Когда недавно это было в Парагвае, где было слишком много людей, которые хотели подключиться к Вылан. Но особенно в бедных регионах не у всех людей есть хороший доступ к интернету, и мы были в нашей рабочей группе едины в том, чтобы все были подключены к интернету, в том числе и бедные мира всего. У нас не было единого мнения, что как это реализовать. Некоторые считают это правом человека, другие хотят это предоставить рынку и считают это самым эффективным методом для достижения цели. Мы были едины в том, что бедные страны должны получить помощь при развитии сети интернета. Затем также мы были согласны в том, что следует вести систему справедливого налогообложения в области электронной торговли с тем, чтобы получали соответствующие доходы всех государств. Также была дискуссия, чтобы у людей не был только лишь доступ к определенной части интернета, а ко всему интернету. Мы не хотим здесь обеспечивать какую-либо фрагментацию. Большинство из нас высказалось против блокировки какого-либо контента, но это мнение тоже не было единым. Были некоторые голоса, которые из-за вопросов безопасности не хотели бы исключать, принимать такие меры. Здесь я хотел бы призвать, чтобы мы здесь придерживались универсальных стандартов прав человека. Здесь действует декларация о прав человека, статья 19 регулирует вопрос доступа или возможности именно свободного волеизлияния и свободы слова. Значит, статья 19 регулирует вопросы свободы слова и 20 статья права на собрание. Эти права действуют и в интернете, как я считаю, в онлайновом режиме. Также мы говорили о вопросе защиты персональных данных. Для всех у нас это было очень важным вопросом. Право на личную сферу регулировано в статье 12 декларации, но кроме того требуются средства для реализации данного права. Помня Джимми, у нас есть также право на шифрование, от одного пользователя к другому пользователю с тем, чтобы личные
данные были бы безопасны от доступа со стороны концернов и государств. Здесь должно существовать право на приватность. Очень важно, чтобы мы сотрудничали вот вместе по вопросам киберпреступности. Мы должны работать здесь в разграничном порядке, как и работает киберпреступность. И мы хотели бы призвать, чтобы как можно больше государств ратифицировали Будапештское заявление 2001 года. И, конечно, она должна быть модернизирована. Что касается открытого интернета, то мы говорили здесь об опасностях монополии. Мы хотим сохранить интернет как открытое пространство для новых идей, для нового бизнеса. Об этом уже сказали мои предшественники. Для того, чтобы это достичь, нам требуется хорошее конкурентное право, потому что, с одной стороны, мы должны предотвратить установление монополий, а там, где уже есть монополии, мы должны регулировать эти вопросы с тем, чтобы платформы были открыты, площадки были открыты для пользователей. О чем мы были все согласны, это то, что интернет является собственностью всего человечества и не отдельных концернов или отдельных государств. Здесь мы как парламент, как депутаты приветствуем такой мультистейкхолдерский подход EGF. Большое спасибо за ваше внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Россию, парламент Российской Федерации. Разрешите мне говорить на своем родном языке, на русском языке. Я являюсь председателем комитета по информации, информационным технологиям и связи российского парламента. Спасибо за возможность высказаться сегодня на этой важной панельной сессии и в том числе озвучить позицию России. Правовая база, регулирующая взаимодействие граждан, бизнеса и государства сетью интернет, совершенствуется уже не одно десятилетие. Однако последние несколько лет мы наблюдаем новый тренд выстраивания цифровых суверенитетов государствами, расположенными в разных частях мира. Это обусловлено фактором увеличения количества и разнообразия угроз, исходящих из киберпространства. Хакерские атаки на финансовые, энергетические, транспортные и другие жизненно важные структуры способны вызвать масштабный коллапс целых регионов. Кражи персональных данных, кибербуллинг, манипулирование общественным мнением подрывают доверие пользователей к среде, созданной как трансграничное средство универсального общения. Вынуждают государства создавать регуляторные барьеры для сохранения безопасности граждан. Берлинская стена, о которой сегодня уже говорилось, символ разделения людей, была разрушена 30 лет назад, но сегодня парламентарии и правительства многих стран заняты тем, что выстраивают такие же стены в киберпространстве. Еще год назад на Парижском форуме по управлению интернетом звучали идеи о выработке норм, обязательных для исполнения на общемировом пространстве. И что же изменилось за этот год? Возможно, парламентам ведущих экономик мира все же пора сдвинуть этот процесс из состояния неопределенности, начать совершать уже конкретные шаги по выработке взаимно совместимых законов. Здесь уже говорилось, что этот форум задумывался исключительно как экспертная площадка. Но сейчас очевидно, что сообщество ожидает более конкретных рекомендаций и политических решений. Роль законодателей в работе IGF с каждым годом становится заметней, как и общее внимание к регулированию в различных странах. Поэтому можно с большей долей уверенности сказать, что принимаемые Организацией Объединенных Наций, зачастую противоречащие по смыслу резолюции по тематике интернета, могут обсуждаться на всей системе форумов по управлению интернетом. Целесообразно рассмотреть изменение статуса IGF с перспективой сделать его площадкой предварительного обсуждения обязывающих документов ООН, на которые можно было бы решать все противоречащие до выноса их на Генеральную Ассамблею.
Госпожа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на открытии упомянула, что хотела бы видеть, как международные соглашения находят свое отражение в национальном законодательстве, и IGF может играть в этом гораздо более значимую роль. Еще один вызов для современной цивилизации – это технологии искусственного интеллекта. Успехи решений на его основе, ровно как и запрос со стороны общества, ведут к тому, что искусственный интеллект скоро будет применяться в задачах государственного управления. Аналогично тому, как мультистейкхолдерный подход традиционно используется для управления интернетом, общность концепции цифровой трансформации и внедрение искусственного интеллекта. Здесь важно, чтобы этот процесс государственного управления позволяли странам мира выстраивать открытые и гармоничные отношения и вместе двигаться по пути прогресса. Сегодня основополагающий международный договор в сфере кибербезопасности – это Будапештская конвенция 2001 года. Однако прошло уже почти 20 лет, интернет серьезно изменился, и некоторые эксперты считают, что ряд ее положений устарел и требует пересмотра. Россия занимает проактивную позицию, выстраивая диалог со странами-участницами конвенции по вопросам борьбы с преступлениями в цифровой среде. В ноябре состоялись российско-французские консультации, где было отмечено, что несмотря на разногласия и различия по целому ряду вопросов, нам надо лучше понимать друг друга и отстаивать каналы коммуникации и координации быстрого реагирования. Обсуждается возможность заключения соглашения о взаимной выдаче киберпреступников между Россией и Японией. Новым шагом стало внесение в ноябре этого года на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проекта новой резолюции, озаглавленной «О противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». Отдельные критики пытаются доказать, что ее положение направлено на создание универсального инструмента блокировки в отношении интернет-ресурсов неугодных оппозиционных политиков и объединений. Однако при этом игнорируется то обстоятельство, что количество фиксируемых киберпреступлений продолжает расти. При этом основной целью резолюции является как раз борьба с киберкриминалом совместными усилиями международного сообщества. Можно предположить, что за подобной позицией скрывается нежелание или неготовность взять на себя ответственность в принятии универсальных трансграничных законов, позволивших бы более эффективно бороться с цифровой преступностью. Основным фактором, осложняющим выработку единых международных норм, стали накопившиеся за десятилетия в регуляторных подходах в действующих законах и даже терминологии. Выглядит обоснованным предложение российской стороной создание межправительственного комитета для разработки международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, предложения которой бы отвечали современным реалиям. В заключение своего выступления хотелось бы сказать, что интернет, который многие десятилетия был открытой и прозрачной, трансграничной средой, сегодня переживает процесс балканизации, размежевания на отдельные сегменты в технологическом и регуляционном аспектах. Этот этап, который обусловлен недостаточно эффективными межгосударственным сотрудничеством при обгоняющих темпах технического и социально-культурного развития, и его можно рассматривать как детскую болезнь глобальной сети. Уверен, что уже в ближайшем будущем совместными усилиями парламентов разных стран мы сможем найти компромисс в работе универсальных международных норм, обеспечивающих устойчивое и безопасное развитие цифрового общества. Уважаемые коллеги, дорогие парламентарии, нам надо больше брать на себя инициативу, занимать более активную позицию по формированию единой трансграничной правовой сети, больше оказывать давление на свои правительства в этом вопросе. И важно отметить, что необходимость этих норм, о них говорят не только парламентарии, но и говорят не только эксперты, но и сами руководители многих транснациональных компаний. Только за последний год ряд их собственников, руководителей говорили как раз о том, что они ждут от мирового сообщества выработки единых принципов, по которому бы огромное количество трансграничных, международных, транснациональных сервисов могло бы работать и понимать общие принципы в этой сфере. Давайте постараемся помочь
всем нам и в первую очередь нашим гражданам для выработки единых принципов работы информационного пространства. Большое спасибо. Thank you for your diverse reflections and takeaways, gentlemen. We are now digging deeper on the question how to secure. Спасибо большое за ваши соображения, за ваши изложения. Сейчас перейдем немножко глубже в дискуссии инфраструктуры цифровой. И это сделаем вместе с членами нашего Бундестага Роня Кемер и представителя из другой страны. Ladies and gentlemen, my... Дамы и господа, меня зовут Роня Кемер, я являюсь членом Германского Бундестага. Я думаю, что эти дискуссии на этой неделе в рамках форума IGF показали, что свободная инфраструктура интернета является центральным вопросом, центральным для конкуренции, для инноваций и для демократии. Риски и нежелательные, значит, попутные последствия интернета все больше влияют на нашу ежедневную жизнь. Поэтому мы нуждаемся в эффективном международном управлении, и для этого нам нужна стабильность. Если хотели бы следить этим принципам, то мы должны создать солидную инфраструктуру в первую очередь. К сожалению, мы неоднократно услышали, что эта открытая инфраструктура находится под давлением. Есть две причины здесь. Во-первых, некоторые страны имеют такую тенденцию фрагментизировать интернет. Они замкнутые системы, интранетовые, так сказать, создавают. И кроме того, мы слышали на этой неделе, что существует консенсус о том, что мы на всех уровнях должны сотрудничать, чтобы бороться с такими явлениями. И поэтому я думаю, что государства и правительства разных регионов, нельзя, чтобы они разработали свою какую-то DNS инфраструктуру, но одновременно есть и другие вызовы по архитектуре, по инфраструктуре. Интернет вещей, большие данные и искусственный интеллект – это, конечно, также явления, которые скрывают в себя новые вызовы. Считаю, что есть совсем серьезные здесь проблемы и ввиду возможных атаков на технологию. Если такие атаки успешными являются, тогда наше снабжение электричеством, например, или наша транспортная система рухнутся. И такие важные ключевые сервисные секторы, как, например, скорая помощь и другие, могут быть, значит, ущемлены. И исследование Bitkom показало, что компании Германии в периоде 2016-2018 года потеряли до 33 миллиардов евро именно за счет таких атаков. И оказалось, что есть риски и для частных лиц, и для компании, и что будут все терять доверие, насколько мы не лучше обеспечим эту инфраструктуру. Дискуссия, то есть группы специальной комиссии, специальной для защиты киберпространства, закончилась 2 недели тому назад, и они отчет составили, это касается атаков со всех сторон и на все организации, но было подчеркнуто, что возможно достигнуть этого только за счет мультистейкхолдерного подхода и только если вместе будем осуществлять, имплементировать эти законы. Я считаю, что это как раз тот путь, который является правильным. С германской стороны мы совсем убеждены, что
только такой многосторонний подход возможен здесь. И, конечно, нам нужен такой диалог бизнеса, политики, науки, гражданского общества. Этот раз, в этом году, это был первый раз, что столько много парламентариев были представлены на IGF. И я считаю, что стоит продолжить этот путь и создавать дальше наши отношения на этом фундаменте, именно на фундаменте последних дней. Управление интернетом, конечно, не кончается последним днем этой конференции, поэтому сейчас это наша задача будет, чтобы эти результаты вносить в наши парламенты и работать активно в наших парламентах в этих сферах. Конечно, не только законодательные органы или регулирующие ведомства несут всю ответственность, а наоборот, стало ясно за счет всех здесь выступающих, особенно со стороны МСЭ и ICANN и других организаций, что они тоже являются важными игроками. Но в конце концов, каждый индивидуум имеет и несет ответственность за кибергигиену, так сказать, за защиту собственных персональных данных, за защиту собственных паспортов и хорошее программное обеспечение, хорошая аппаратура. И значит, для этого нужно, конечно, иметь и технические знания, и это все надо развивать и в общественном дискурсе, в общественных дебатах и политических дебатах. И я полна оптимизмом, что нам удастся это сделать, если вы видите, с какой страстью, как активно работали все здесь в течение этого форума. Я надеюсь, что вы также с оптимизмом будете относиться к этому вопросу. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Чарльз Мок. Я являюсь членом законодательного совета Гонконга, специально административного региона Китая. Я впервые нахожусь на форуме IGF. В прошлом я не как парламентариев участвовал в IGF, либо представлял промышленность, либо представлял гражданское общество. Например, когда я был главой общества интернет Гонконга. Значит, у меня были разные роли в рамках IGF. А сегодня я здесь выступаю перед вами как депутат. И я должен признать, что вижу новые моменты, новые перспективы, которые можно тоже синтегрировать в IGF. Я могу сказать, что многие страны, включая Гонконг, в последнее время развитие цифровой инфраструктуры стало важнейшей темой. А это означает, что правительство старается использовать цифровые технологии, чтобы развивать свою экономику, чтобы улучшать сервисные услуги своим гражданам. Однако зачастую есть такая проблема, что многие депутаты, которые, значит, сами не разбираются в этих технологиях, которые мы хотели бы поддерживать. А если речь идет о критической инфраструктуре, об использовании разных технологий, тогда есть озабоченность определенная со стороны населения, например, что касается защиты персональных данных, что касается прав человека, а зачастую депутаты не знают, как к этому относиться. И поэтому надо создавать сетевые структуры между депутатами всех стран мира. Может быть, что есть такие, которые лучше разбираются в новых технологиях, но, в общем-то, чтобы найти правильный подход и правильную, значит, перспективу
В Гонконге есть, например, инициативы по умным городам, как во многих регионах мира, но часто мы должны объяснить, изложить нашим гражданам преимущества таких технологий. Но как это сделать? Как обеспечить, чтобы люди доверяли бы своим правительствам? Как правительства будут именно относиться к обращению с этими персональными данными? Они не только сомневаются, люди не только сомневаются в этом, что касается крупных компаний, как они обрабатывают их персональные данные, но и также и именно такое сомнение есть и по отношению к правительствам. Особенно надо быть осторожным здесь, особенно моя ситуация в моей родине. Мы сейчас, значит, у нас очень такой чувствительный момент, и часто в промышленно развитом мире, разговаривая о критической инфраструктуре, о безопасности интернета, может быть, у вас точка зрения есть специфическая, потому что у вас есть поддержка демократической основы общества, но в других частях мира этого нету обязательно. Если речь идет, как относиться к крупным технологическим компаниям, чтобы они обеспечили бы надежные технологические услуги, вот решения, которые промышленные государства принимают, не обязательно можно именно применять и адаптировать в других странах мира. Речь не идет обязательно о развивающихся странах, но, может быть, скорее всего, и о таких государствах, где демократические институции не являются такими сильными. И, может быть, IGF смог бы развивать больше понимания всего этого и найти совместные решения. Эти технологии, конечно, значит, с ними связаны большие проблемы и вопросы для парламентов, для правительства, всего общества наших стран. Спасибо большое, Чарльз Мок и Роня Кемер. Теперь, то есть сегодня утром у нас еще будут резюме, два резюме. Первая тема будет «Мир в цифровой эре». Марьяна Азер, член парламента Египта, и Йенс Симмерман, прошу вас, член германского парламента, прошу вас на сцену. Это то было, что я смогла сказать на немецком языке. Дамы и господа, изо всего мира, я хочу особенно поблагодарить членов германского Бундестага, так как вы позаботились о том, что все шло так хорошо, прошло. Большое вам спасибо за это приглашение. И хочу поблагодарить IGF. Да, бывший министр телекоммуникаций Египта уже на официальной церемонии открытия имел возможность выступать. Спасибо за это тоже. Один вопрос. Заинтересованы ли мы в мире в цифровой эре? Да, конечно. Интернет тоже есть область, где могут появляться будущие конфликты. Генеральный секретарь в церемонии открытия задал очень важные вопросы. Во-первых, куда ведет нас технология? Я хочу еще добавить, в направлении мира или в направлении войны? И второй вопрос. Будут ли наши права расширяться или будут ли они ущемляться? И во-третьих, я хочу еще добавить, будут ли наши общества более или менее равноправными? И мой вопрос.
этот треугольник цифровой, политической, общественной разрывов, как это может влиять на вопрос сохранения мира. И еще один вопрос, будем ли более безопасными или меньше безопасными, и какую роль играет кибербезопасность для вопросов войны и мира. Давайте проголосуем. Если вы считаете, что один из этих вызовов особенно важным является, считайте тогда правую руку, прошу понять, а левую, если считаете, что это меньше важным. Первый вызов. Как возможно создать рамки, чтобы защищать людей от технологий надзора, которые ущемляют их человеческие права? Поднимайте свою руку, пожалуйста, если считаете, что это приоритетным является. Да, спасибо за ваш голос. Речь идет о возможности государства в сфере надзора, контроля над гражданами. И речь идет о том, чтобы и компании также именно свои обязательства, свою ответственность несли бы. Во-вторых, как найти равновесие между расходами и пользой, если речь идет о технологии двойного назначения? Вы знаете, я объясню, вы знаете, что экспортный контроль, экспортный контроль – это очень сложный вопрос. Речь идет о политике, которая является и национальной, и международно важным. И здесь интерфейс есть между правительствами и промышленностью. Вы считаете, что это важным является или нет? И третий вызов. Как именно относится к новыми формами насилия в интернете вещей? 2025 году у нас будет 22 миллиарда аппаратов с искусственным интеллектом, и с этим связаны, конечно, большие требования и вызовы. Четвертый вызов – это в общественном интересе, чтобы сохранить достоинство человека и мир. Как это конфликт интересов со соцсетями разрешить? На одном заседании был один представитель, который сказал, что каждой минуте 500 часов медии разных именно постуют на интернете, и 1% из этого является вредная информация. Значит, есть очень многое здесь, что придется сделать. Вы считаете, что это более важный вызов или меньше важный вызов? И с этим связано, как вы считаете, как мы можем бороться против моббинга, против риторики, ненависти в интернете? Это очень сложный баланс между свободным выражением мнения и преступностью. И следующий вызов. Как будем относиться к с ложной информацией? Европейские правительства хотят саморегулирования, прямое урегулирование онлайн-содержания, новые законы принимаются для этого. Но мы услышали в нашей дискуссии, что надо именно делать разницу, значит, отличать между индивидуальной ложной информацией и ложной информацией, то есть на основе ботов, машин, то есть фабрики производства ложной информации. Мы услышали, что больше прозрачности нужно, что касается платформ, что касается их бизнес-моделей, что касается сбора и использования данных, и в том числе и алгоритмов. И некоторые сказали, что некоторые компании должны совсем изменить свои бизнес-модели. И некоторые из нас сказали, что свободное выражение мнения – это не абсолютное какое-то право, но также подлежит правовому регулированию. Я думаю, что я здесь сформулировала многие вызовы, но самый большой вызов как мир и как конфликт вообще дефинировать в киберпространстве. Это сложно измерить в киберпространстве. Как это определить? Но какие показатели, индикаторы, возможно, имеют? Значит, число кибератаков, это первое. Во-вторых, есть показатели
значит, которые говорят о том, какая страна может быть более вероятной является, что касается происхождения кибератак оттуда или нет. И еще один важный вопрос. Кто будет в состоянии справиться с этими вызовами, решать эти и справиться с вызовами? Потому что мир – это вопрос человечества, человеческий вопрос, и люди должны это сделать. Мать Тереза сказала, что если у нас нет мира, то мы забываем о том, что мы вместе живем, вместе должны жить, и мы должны сосредоточить наше внимание на права человека, на дефициты безопасности в цепочке поставок и так далее. И в конце концов хочу сказать, что ключевым является, чтобы всегда продвигаться дальше и увидеть, насколько те меры, которые были предприняты, что они на самом деле являются успешными. Рональд Рейган сказал, что мир – это не существование конфликтов, а возможность мирным образом именно решать конфликты. Один мир, один интернет, одно видение. Спасибо. Доброе утро. Это, конечно, последний день нашего форума здесь, в Берлине. Тем не менее, добро пожаловать. Берлин – такой очень представительный город, когда речь идет о мире, о германской истории. Это, наверное, самый живой такой пример инклюзии, толерантности, но и инновации, когда речь идет о технологических вопросах. Поэтому это замечательное место действительно для проведения IGF 2019 года. Я надеюсь, что у вас всех была продуктивная неделя в нашей столице. Один из вопросов в связи с миром, интернетом. Мы знаем, что есть два разных пути. Одна возможность – это то, что мы будем концентрироваться на независимость и силу независимости. И с другой стороны, у нас всегда вопрос с точки зрения вооруженной истории. Это очень часто всегда такая отрицательная картина. Я думаю, что вы знакомы и с положительными, и с отрицательными сторонами интернета. Еще пару лет тому назад я работал консультантом Нордафриканского банка развития с 9 по 12 год. И мы все видели, что интернет действительно имеет силу, когда речь идет о гражданском сообществе, о том, что надо вызывать правительство, даже если некоторые вызовы, которые ставит интернет, более не существуют. Я согласен с людьми, которые вышли на улицы Гонконга протестовать. Они борются за интернет, за свое право на свободу. Мы также видим, что правительства многие используют интернет для санкций, для контроля, для цензуры мнения. И когда речь идет о мире, мы видим, что есть разные и много таких аспектов, на которых надо сконцентрироваться. В интернете мир стоит под угрозой и со стороны ставится под вопрос и со стороны правительств, и со стороны неправительственных организаций. Нам нужен многосторонний подход с многих стейкхолдеров с тем, чтобы обеспечить безопасность и целостность интернета. Нам нужны правила, нам нужны международные правила, когда речь идет о этих международных аспектах. И я уверен, что нам нужен подход, который ставит человека в центр наших усилий. Человек стоит в центре, когда речь идет о свободе, о мире в интернете. Один из вопросов, который мы слышали здесь в первые дни нашего форума, какие компетенции, какие знания нужны странам с тем, чтобы бороться против хакеров, против нападений, кибернападений, учитывая, что, конечно, это очень непростое
золотой вопрос. Мы поняли, что приблизительно 50 стран подтвердили что у них есть такая возможность бороться против хакеров и производить контрнападение. Мы очень часто в Германии говорим, нужны ли нам вообще такие возможности. Конечно, страна должна быть в состоянии защитить себя офлайн и онлайн, но мы тоже должны сделать так, чтобы каждая страна, чтобы действия каждой страны соответствовали и угрозам, которые ставятся перед этой страной. Коллеги только что спросили, как же измерить уровень мира, уровень безопасности, который нам нужен. Я считаю, что коллега из Египта очень хорошо это все описала. Конечно, когда мы говорим о мире, то это действительно самый главный вопрос. Как же измерить уровень мира, который нам требуется в интернете? Я согласен, что в многостороннем подходе с разными стейкхолдерами каждый играет важную роль. И IGF – это форум, который действительно является настоящим примером такому многостороннему подходу. Нам стало ясно, что нам нужен подход, где центр стоит, человек стоит в центре. Мы не можем бороться за права человека в интернете просто так. Нам нужен глобальный и национальный ответственности с тем, чтобы сохранить этот мир, с тем, чтобы обеспечить, что критичная инфраструктура безопасна и работает в целях мира. И это все находится в интернете. Большое спасибо вам. Я действительно надеюсь, что вы все могли извлечь пользу из наших дискуссий за последние дни. Большое спасибо. Большое спасибо, господин Моз. И, Марьяна, если вы позволите, я тоже подниму правую руку. В Германии это всегда немножко странно, но вы попросили показать руку, поэтому я поднимаю правую руку. Итак, по последнему суммированию наших дискуссий, интернет – это инструмент просто или это действительно путь в будущее? У нас опять представитель германского парламента и Карен Мюлькер из Европейского парламента. Слово вам. Большое спасибо. Да, очень непросто выступать в последнем, как одна из последних выступающих. Меня зовут Ангедум Шаберг, я член германского парламента, и я выступаю по темам интернета левой партии. Мы также занимаемся вопросами ИИ, и, конечно, мы занимаемся многими теми вопросами, которых вы сегодня уже упомянули. Я возглавляла воркшоп в нулевой день с парламентарской группой. Мы говорили о демократии и цифровизации. Это была очень интенсивная дискуссия с депутатами из парламентов совершенно разных стран со всего мира, из Монголии, Бразилии, Гонконга, с Мальдив, Японии, Эль-Сальвадора, Дании и, конечно, из Германии. Мы говорили о четырех темах. В основном говорили мы о вызовах, которые создаются цифровыми монополиями, и мы все согласились в том, что нам, у нас недостаточно правил. Мы видим, как дезинформация распространяется, мы видим, что эти проблемы увеличиваются. Мы пытаемся разработать национальные подходы, как же обращаться с этими вызовами. От Бразилии, например, мы слышали, что они планируют новый закон с тем, чтобы создать больше прозрачности в политических кампаниях. В Германии группа экспертов работает над законом,
законном конкуренции, с тем, чтобы бороться с монополиями. Мы также слышали от члена парламента из Гонконга, что существуют вызовы, которые очень специфично ограничиваются на какую-либо страну, которых нельзя перенести. То есть, например, если страна использует какую-то дезинформацию, то другая страна могла бы воспользоваться этим случаем и ввести цензуру на распространение информации. Что же сделать, чтобы бороться с этими вызовами? Это непростой вопрос. Мы все согласились в том, что мы должны лучше взаимосвязываться, лучше сотрудничать, и нам нужны лучшие рабочие стандарты. Ну, конечно, также надо поддерживать просто благотворительные организации в сети. Мы говорили с открытым концом, с открытым таким, без окончательных результатов. Кто же может принять такую роль и взять на себя такие обязанности? Быть может, ООН, но мы не решили окончательно этот вопрос. Кто же может разломить этих два монополия, которые сейчас существуют? Мы, к сожалению, не нашли отличного ответа. Мы, конечно, все предполагаем, что этим будут заниматься Соединенные Штаты, но я не уверена, стоит ли это действительно поддерживать, потому что мы знаем, что сейчас происходит слияние между Инстаграмом, Фейсбуком, Ватсапом, и все это очень непросто. Мы также непросто. Мы говорили о перевесе данных, если вы так хотите, более веской роли данных, и когда монополии, такие монопольные организации открывают доступ к своим данным, что же делать? Мы не нашли решения на этот вопрос, потому что мы говорили о том, какого типа данные, о какого типа данных речь идет, и какие правила можно будет вообще вести. Мы также говорили о других вызовах, мы говорили о риторике насилия, о насилии, ненависти, о насилии против детей и женщин, и о том, что можно было бы сделать против этого. В Бразилии, например, у нас такая сложность, цифровые доказательства пока не признаются в судах, и теперь они планируют это изменить в своем законодательстве. В Германии правительство решило создать специальный департамент по вопросам преступлений и онлайн. Мы не просто говорим о ненависти, но есть такой тип ненависти, вид ненависти, который переступает все границы и который приводит к преступлениям из-за ненависти. И это должно быть наказано. Мы говорили о доступе к интернету для всех, потому что вы только тогда можете участвовать в эффективной демократии, если у вас действительно есть доступ к интернету. И потом, конечно, существуют разные вызовы в отдельных странах. В Бразилии, например, планируется, они разрабатывают закон для гарантии универсального доступа к интернету. Монголия желает себе такой же закон, но в Монголии плотность населения не такая, как в Бразилии, поэтому это очень-очень сложно воплотить в жизнь. И я хотела бы еще раз упомянуть темы, как частное пространство, защита данных. Речь идет не только о том, что предприятия делают с нашими данными, как Cambridge Analytica, например, но и о том, что же делают правительства с нашими данными. В Европейском Союзе, многие упомянули, существует закон по защите данных. Другие страны иногда считают, что это такой пример, который они не будут идентично копировать, но, может быть, будут пользовать как пример тому, что они хотели бы сами создать. И потом германское правительство также хочет создать так называемый дашборд данных, на котором публикуются вид данных, которые были, вообще какие данные были сохранены о них правительством.
и что с ними происходит. Это вкратце то, о чем мы говорили в нашем воркшопе в понедельник. И в заключение я могу сказать, что по всем континентам мы, в принципе, согласны о тех вызовах, на тех вызовах, которые перед нами стоят. Мы могли расширить свои перспективы, могли понять, что то, что является хорошим в одной стране, может быть совершенно плохим в другой стране. Мы могли учиться друг от друга. Мы также пришли к заключению, что мы должны перенять этот многосторонний подход в работе с управлением интернета, также и перенести его на уровень правительства. Большое спасибо. Добрый день. Большое спасибо германскому правительству, германскому парламенту за приглашение сюда на это заседание депутатов парламента. 30 лет после того, как рухнула стена здесь, в Германии, мы должны всегда помнить, что сейчас не время воздвигать новые стены, новые границы. Мы должны использовать интернет, инструменты, которые у нас есть, чтобы коммуницировать с нашими гражданами. Мы должны участвовать, показать им, как участвовать в гражданском сообществе. Мы должны использовать эти инструменты с тем, чтобы открыть наше правительство и наши ведомства, потому что кому же мы служим, если не нашим гражданам, и кому мы служим, если не всем людям? Наших граждан нужно защищать. Но что же представляет собой киберпреступность? Мы должны сохранить целостность наших граждан. Тут у нас есть полиции и службы безопасности по всему свету, но также мы должны бороться против брокеров данных и площадок, которые пытаются нас контролировать. Мы должны понять, как к нами обращаются, какие данные сохраняются о нас, и мы должны помочь сообществам провести демократический диалог. Этот диалог должен быть свободным и открытым и сближать нас, не воздвигать новые цены, не должен нас поляризировать, не концентрироваться на маленьких целях. Мы должны прекратить бояться наших сограждан, несмотря на то, из какой религии они принадлежат, откуда они приехали. Мы все люди, мы все граждане, у нас у всех одинаковые права в наших сообществах и в нашем мире. И эти одинаковые права, это равноправие, должно быть основанием для нашего киберпространства. Эти права человека, это равноправие, надо поддерживать, а не угрожать ему технологическими инструментами киберпространства. Поэтому мы должны защищать нейтральность интернета и доступ к интернету. Это будет основой для открытого, стойкого, неразделенного и доступного интернета. И это должно быть нашим видением за одну сеть, за один мир. Спасибо. Большое спасибо за эти резюмирующие слова. Я хотела бы присоединиться к Мириам и попросить вас поднять правую руку. Если вы считаете, что это была хорошая идея, хорошая инициатива дать депутатам парламентов такой сильный голос, придать им возможность выступить. Если нет, то левую руку. Спасибо. Я не вижу много... Я не вижу рук против почти, и я хотела бы предоставить сцену теперь дискуссии здесь у нас на подиуме, и потом у нас будет возможность создать и ответить на вопросы. Поговорим о том, что же мы выводим, какие уроки мы вывлекли после этого для наших национальных парламентов. Томас Шнайдер, который является послом и директором международных отношений
при швейцарском министерстве коммуникации будет вести эту дискуссию. И у нас здесь на сцене будет опять Марианна, которая является членом египетского парламента, Алхаги Мбоу из Гамбии, Карла Цамбелли, парламент Бразилии, и Маргарита Эсковар из парламента Эль-Сальвадора. У них у всех будет 5 минут, и потом Томас Шнайдер будет вести дискуссию на протяжении следующих 25 минут. У нас везде здесь места, микрофоны расставлены по залу. Пожалуйста, пользуйтесь ими. Hello, everybody. It is a special honor for me. Добрый день. Для меня большая честь быть ведущим в этом подиуме. Я являюсь человеком, который также является европейского IGF, и в Швейцарии тоже являюсь частью IGF. Мы всегда стараемся привлечь депутатов в такую дискуссию, потому что здесь часто не хватает именно вот этой связи. Много мы обсуждаем в ходе таких мероприятий, и часто парламентарии не принимают в этом участие. Мы очень рады, что Германия была инициатором именно этой идеи. Большое спасибо за предпринятые шаги. И мы очень рады, что вы как парламентарии, как представители парламентов принимаете участие в дискуссии. Начнем нашу дискуссию. Первый вопрос простой. Он находится там и на экране. Что вы, чему вы научились здесь как парламентарий, как депутат? Какую новую информацию вы здесь получили? Какую информацию вы принесете домой и будете или внесете ее в дискуссию в ваших парламентах? Есть ли вопросы, которые вы хотели бы обсудить, но которые не обсуждались у нас? Доброе утро. Большое спасибо. Сначала я хотел бы воспользоваться шансом и поблагодарить IGF, а также германское правительство за то, что так хорошо были вовлечены депутаты в эту деятельность. Я лично думаю, что очень важным является именно то, чтобы политики принимали участие во всех сферах, в частности, именно в управлении интернетом. Если посмотреть на мета, парламенты часто находятся, конечно, в центре правительственной деятельности. И я очень рад тому, что на этом форуме у парламента была возможность внести свой вклад. Этот подход был очень центральным в IGF. Это я могу, так сказать, это все взять с собой в Африку и в свою страну. Если посмотреть на уровень управления, то мы здесь все, так сказать, затронуты этим вопросом. Надо включить и законодательную власть, исполнительную власть, гражданское общество, международные организации, и все части общества должны в этом принимать участие. И IGF 2019 года показал, что сотрудничество является наиважнейшим моментом, и для этого требуется именно сотрудничество. Мы должны уйти от своих собственных, чисто собственных убеждений. Мы работать как все совместно с тем, чтобы осуществлять прогресс для всего мира. Очень важным элементом для меня является именно сотрудничество. Это тот элемент, тот вопрос, который я беру именно с собой домой. Большое спасибо. Хотел бы воспользоваться также возможностью, чтобы поблагодарить германский парламент за данную инициативу. В частности, хотела бы поблагодарить Джимми. Я его никогда не встречала, но за его видение я его очень уважаю. Большое спасибо, Джимми. Мы должны бороться за то, чтобы не было стен в интернете. Это я беру с собой. Мы хотим, чтобы интернет был открытым, свободным, чтобы был свободный доступ к интернету. Потому что это хорошо для всего человечества, чтобы не было виртуальных преград, виртуальных стен. Я думаю, это было бы очень важно для всех нас. Также мы должны также обсудить вопрос релевантности. IGF в этом году достиг больших прогрессов тем, что
путем, что парламентарии были подключены в дискуссию данного форума, к дискуссиям данного форума. Мы предоставили тем, которого не было доступа к этому форуму, предоставили этот форум. Мы являемся именно теми, которые предоставляют или определяют национальное законодательство, которые определяют национальные правила. И поэтому я считаю, что этот подход очень хороший. И этого подхода, этого решения раньше не было, и это я беру с собой домой, в свой парламент. И я буду призывать других коллег из моего парламента с тем, чтобы они тоже принимали в таких встречах участие. Национальные инициативы также должны играть ведущую или большую роль, и парламенты в этих национальных инициативах также должны сыграть большую роль, и национальные инициативы должны быть более демократичными, чтобы включить всех стейкхолдеров, так, в том числе и на национальном уровне, так как мы это здесь сделали именно на глобальном уровне. Я не знала, что это существует такая возможность, и теперь я знаю, что такая возможность существует, и поэтому я хотела бы, чтобы в Эль-Сальвадоре такие действия осуществлялись бы и на национальном уровне. Я поддерживаю законопроект в парламенте Эль-Сальвадоре, законопроект по универсальному доступу к интернету как право человека. Это основывается на Совете по правам человека, где доступ является правом человека. Я надеюсь, что этот закон скоро будет обсуждаться в парламенте. Там будут обсуждаться вопросы и детских прав, прав женщин, прав человека на различных платформах. И это, конечно, очень важный вопрос. Если кто-нибудь из вас мне может помочь по данному решению этих вопросов, я была бы вам очень благодарна. Я думаю, парламент должен определять главные направления процесса IGF, и Межпарламентский союз должен также создать комитет или комиссию по техническим аспектам интернета с тем, чтобы вот данные основные моменты обсуждались и после форума. У меня есть еще целый ряд других пунктов, но я сначала предоставлю слово своим коллегам. Большое спасибо, Марьяна, за твою прекрасную презентацию сегодня утром. Меня зовут Карлос Самбели, я являюсь депутатом парламента в Бразилии. Это мой первый, я участвую впервые в этом созыве. Я представляю партию Болсонару и хотела бы представить именно свою страну. Хотела бы извиниться, потому что буду говорить на испанском языке. Я думаю, потому что так меня лучше поймут и в Бразилии. Что я услышала в ходе текущих дней и что мне понравилось больше всего, это было то, что я узнала больше о том, как выглядит законодательная ситуация и практика в других государствах. Бразилии. У нас очень особая такая ситуация, позиция. Наша страна очень большая, представляет собой почти что континент. И у нас была очень странная ситуация. У нас был первый президент, который избирался, в принципе, через интернет. Наш президент был в больнице после покушения на его жизнь. Так что вся предвыборная кампания осуществлялась через интернет. Я нахожусь здесь, потому что я являюсь самым влиятельным парламентарием в Бразилии, что касается вопросов интернета. До выборов меня никто не знал, а сейчас у меня примерно 80 миллионов человек, к которым я могу обратиться через интернет. Это значит, что у меня очень широкая такая большая аудитория. В этом свете можно понять, насколько важным являются такие цифровые платформы, площадки. И эта важность ведет именно к тому, или приводит к тому, что речь здесь не только будет идти о том, чтобы гарантировать доступ к интернете. Это в рамках
данной встречи мы часто говорили о праве человека на доступ к интернету, но у нас в нашей стране у многих людей нет доступа к питьевой чистой воде. И поэтому достичь и реализовать право на свободный доступ к интернету – это очень сложный вопрос. Раньше доминирующими у нас были крупные компании. И они регулировали доступ к интернету и к информации. И то, что я видела сейчас, то я вижу, что интернет не принадлежит не только лишь крупным концернам, но и обыкновенным людям, как и я. И очень важным является то, и я думаю, это и является заботой Бразилии, очень важно обеспечить свободу мышления, свободу мысли. Я представляю более правую партию, потому что я представляю партию Болсонаро, но мы тоже выступаем за то, чтобы у левой партии была свобода мнения, и интернет не только должен быть правом человека. И то, что нас должно заботить, это именно вопрос свободы мнения. У нас есть бывший президент, который только что вышел из тюрьмы и теперь уже говорит о том, что пресса и интернет, и социальные сети следует регулировать. Это, конечно, очень важная тематика, которая здесь часто затрагивалась и обсуждалась. Но мы забыли об одном. Мы должны говорить также и о репрессии, которые имеют место в интернете, например, в Фейсбуке. В Бразилии было погашено 400 аккаунтов. Люди, которые могли свободно высказаться и потеряли вот свою возможность выступать на этой платформе. Это значит, что конечно, вопросы юстиции невозможно приватизировать, потому что свобода слова – это дело, которое защищают именно юридические органы, а не какие-либо платформы. Большое спасибо за ваши замечания. Большое спасибо Марку. Я много беру с собой домой. Я впервые являюсь частью IGF. Во-первых, речь идет об экосистеме, которая здесь существует. IGF затронул целый ряд вопросов, и каждая тема, и все темы, они взаимосвязаны друг с другом. Мы стремимся к созданию лучшего будущего и стараемся создать соответствующую экосистему. Второе, это возможность обмениваться мнениями со всеми парламентариями, смотреть на, изучить и узнать, какие законы существуют, осознать, что некоторые законы еще не сопоставимы, не адаптированы к цифровому веку. Это тоже то, что я беру с собой. И третье, я знаю, что будущее принадлежит тем, которые верят в прекрасность своих представлений и снов. Я думаю, что путем обмена между техническим сообществом, представителем правительства, парламентариев, частной экономикой, что эти дискуссии, эти дебаты нам помогут достичь именно вот эту цель, а именно один мир, одна сеть, одно видение. Это я возьму с собой. Я буду об этом дискутировать с другими депутатами. Мы будем сотрудничать и с гражданским обществом, с правительством и с другими стейкхолдерами. Большое спасибо. Значит, наряду с этими крайне важными вопросами, которые вы здесь обсуждали, вы хотите, конечно, и развивать атмосферу сотрудничества, и чтобы здесь не было, и обеспечить инклюзивность. Важно именно убрать все границы между заинтересованными сторонами, хотя это и комплексно, но это очень необходимо. Это то, что я понял из ваших высказываний, что это является одним из самых важных элементов, что в рапорте высокопоставленной рабочей группы генерального секретаря, что там тоже обсуждаются вопросы
цифрового сотрудничества, там есть некоторые рекомендации, указаны пробелы, которые существуют, указаны действия, которые следуют. То есть необходимо также создать мосты со стороны экспертных дискуссий, независимо от различных форумов, IGF и другим, чтобы создать такие мосты к национальным, к тем, кто принимает решения, это парламентарии или правительство. Но есть также и лица, которые принимают решения в предприятиях. И мы должны создать между этими всеми сторонами, возвести мосты с тем, чтобы обеспечить лучшую связь, чтобы они не только участвовали в диалоге, а и решали, принимали решения, находили вообще решения. Как мы можем помочь процессу принятия решений, как это можно все это внести, то, что мы учились в ходе этого диалога, что как это можно конкретизировать, как можно это институционализировать. Как можно также, как вы можете приблизиться к этим горизонтальным сетям, будь то ICANN, который принимает участие в области доменных имен, или организация UNESCO, которая принимает решения по содержанию в области образования. Как эти горизонтальные сетевые структуры могут принимать решения, которые затем будут стандартами? И как это все свести с тем, что важно для вас, с тем, чтобы вы могли контактировать или связываться с другими лицами во всем мире, которые принимают решения? Большое спасибо. Если мы посмотрим комплексно на данный вопрос, то вы установите, что, во-первых, надо создавать доверие между всеми стейкхолдерами. Если у нас будет доверие между ними, тогда мы можем начинать сотрудничество и прогрессировать. Если посмотреть на стену или на стены, то вы видите, то политики часто находятся в центре такого нежелательного, деструктивного развития во всем мире. Чтобы политики поняли, в каком направлении следует действовать, мы должны развить доверие, доверие в том числе и в работе с правительствами. Мы должны также обеспечить и исполнительную власть, которая находится в центре внимания. Оно также здесь имеется, также частная экономика, гражданское общество, но в центре внимания должно быть именно доверие. Если такое доверие будет, тогда нам будет четко понятно, куда мы их направляемся. Мы, конечно, часто видим, обсуждаем эти темы, которые касаются интернета, управления интернетом, и там мы определяем, что для правительств важным является защита прав человека. Есть гражданское общество, для которого гражданские права являются очень важными. А если посмотреть на экономику, то для экономики важным вопросом является генерирование прибыли. А что мы будем делать с правами, что мы будем делать с цифровыми действиями. И поэтому здесь мы должны повысить уровень доверия между всеми стейкхолдерами. И это может стать хорошей основой, на которой будет построено все остальное. А строить доверие – это не так уж просто. Потому что стейкхолдеры все находятся в своих, там, так сказать, силосных башнях. И это имеет место и в различных государствах. Если вы хотите бороться с киберпреступностью, то требуется определенная киберсреда, где у нас есть, в которой у нас существует доверие, где мы можем доверять интернет-службам, потому что отцы-учредители интернета хотели облегчить нам работу. Они создали возможность для связи. И те лица, которые создали эти протоколы, например, для такой работы, они теперь стараются здесь использовать именно, как сказать, или осуществлять свои намерения. И это мы должны переселить. Никто с удовольствием, как говорит, очень любит сотрудничать с парламентарием, но это мы все-таки должны делать практическим масштабом для такого сотрудничества. Здесь был масштаб введен, а именно какой-то управляющая какая-то группа, которая руководит германский парламент, и мы все можем помочь вам, чтобы эта атмосфера IGF 2019 года, чтобы
Эта атмосфера распространялась во всех странах мира. Я надеюсь, что нам это удастся сделать в ходе сегодняшнего дня. В наших парламентах мы должны также найти главные направления нашей деятельности, которые действительно имеют непосредственное отношение к данным форумам, в том числе и в Межпарламентском союзе. Там также должен быть определенный комитет или комиссия по данной тематике, по работе над данной тематикой. Важным является еще и то, чтобы мы определяли главные направления для тех, или главные принципы для тех, которые занимаются законодательством. Это можно сделать на основании той работы, которая была сделана здесь на этом форуме, или работа, которая была осуществлена в других организационных структурах, как, например, в ЕС и так далее. А именно такие принципы для парламентариев, как делать, как развивать законы, которые базируются на международных успешных решениях, чтобы у нас был совместный мир, совместная сеть, совместное видение. Что касается кибербезопасности, был отчет глобальной комиссии по данному вопросу. Этот отчет следует тщательно рассмотреть. Если мы принимаем закон о кибербезопасности на национальном уровне, тогда это является возможностью улучшить свои законы на основании вот тех рекомендаций Глобальной комиссии по киберпреступности. Этот отчет нам представляет такую возможность. И эти 4-5 рекомендаций я хотел бы вам представить или направить ваш адрес. Я с моими коллегами согласна по тому вопросу, что сказали они в отношении доверия между стейкхолдерами. Я согласна с тем, что сказала моя коллега. Было бы хорошо встречаться несколько чаще, не ждать следующего IGF, а может быть до этого еще встретиться с тем, чтобы создать какой-то либо комитет, либо комиссию парламентариев, которые занимаются именно данным вопросом. Хотел бы сказать, что коммуникационные платформы в интернете являются очень важными, а именно в том смысле, что там должно быть именно доверие, как сказал только что мой коллега, и органы юстиции не должны быть приватизированы, это допускать нельзя. Другой тематикой являются алгоритмы. Я считаю, что алгоритмы являются чем... Они вызывают такие... мысли или мышление, которое ведет к тому, что эта многочисленность мнений, левое, правое, серединное мышление, чтобы она гарантировала признание вот таких различных направлений. Действия. Я думаю, что эти алгоритмы вызывают именно вот такие мысли. Мы должны расширить наше мышление и говорить с различными, со всеми сторонами обеспечения демократии на коммуникационных платформах. Это возможность широкого обмена мнениями. Это все может функционировать довольно хорошо. Ангела Меркель хорошо сказала, что создать инфраструктуру для создания сети между различными платформами, чтобы информация... А также вопрос, что слишком много такой информации централизируется в каких-то платформах и влияет на мышление людей. Решение состоит в том, что мы должны знать друг друга. Германский закон для Бразилии может быть нехорошо, непригоден. Закон, который предписывает, чтобы на этих социальных сетях не было ложной информации, это в Бразилии бы не функционировало. У нас очень важным вопросом является именно свобода мнений, и органы юстиции должны заниматься этим вопросом, а не платформы, которые принадлежат какому-либо предприятию, у которого есть свое мнение. Это то, что я хотел сказать с моей стороны.
Second opinions of trust. Я согласна со всеми моими коллегами. И также в связи с тем, что доверие является самым главным. Да, вы сказали, что мы должны управленческий комитет создавать. Это вспомнило мне песню Элвиса Пресли «It's now or never». Значит, сейчас или никогда пора сотрудничать как мультистейкхолдеры. И помню, что когда в Египте соответствующий закон принимался, было 22 заседания комитетов, прежде того, как парламент получил законопроект. Одна из этих сессий также включила институты, частные институты, университеты, объединения, ассоциации женщин, инвалидов и так далее, чтобы все эти стороны смогли бы внести свой вклад в этот законопроект. Это привело, в конце концов, к хорошему закону, которое пришлось все-таки и немножко скорректировать, но все-таки это была хорошая основа. Я считаю, что мы одна команда. Если мы вместе с другими стейкхолдерами будем сотрудничать, тогда, возможно, это так и понять, что вместе нам удастся большего добавить. Я думаю, наша цель, это непростая цель, перед нами стоят многие вызовы, но то, что нас сегодня вдохновляет, то завтра будет нас мотивировать, даст нам толчок. Если у нас был бы управленческий комитет, это было бы прекрасно. Если мы будем работать над созданием доверия, тогда это нас будет требовать много надежности, много доверия. Также, значит, те мнения, которые здесь были высказаны, мы их поверим, насколько они убедительно были высказаны. А на национальном уровне мы должны сначала сотрудничать, а на местном уровне, конечно, также с другими стейкхолдерами. Если нам это удастся, тогда все просто становится лучше. Да, я согласен, доверие – это составная часть, это самое главное. Если это нам не удастся, тогда нельзя сотрудничать. А доверие – это также результат сотрудничества, потому что когда сотрудничаешь друг с другом, тогда можно познакомиться, общаться, увидите, что у каждого есть свой фон, своя биография, другая жизненная ситуация. Но что и другие позиции являются понятными, легитимными, и на этой основе возможно создавать доверие и улучшать предсказуемость в сотрудничестве. Это тоже важные части этого. Значит, элементы надо роли определить точно, кто будет нести какую ответственность платформой, какую ответственность будут нести. Конечно, это вопрос, который очень спорно обсуждается с самого начала существования этих платформ. Конечно, и национальные парламенты должны связаться между собой, связаться с IGF. Надо это сделать более регулярным, чтобы с межпарламентским союзом вести обмен, проводить на более регулярной основе, и это приведет к обмену информацией, обмену мнениями. И что касается руководящих принципов, да, есть ряд публичных, но и частных структур, которые такие руководящие принципы составляют, публикуют, есть и разные комитеты, которые этим занимаются, но кто-то должен это все прочитать, и нужны ресурсы, нужно время для этого, но чем больше люди будут обмениваться между собой, будут связаны, тем больше мы можем научиться друг у друга. Еще самое последнее здесь в нашем раунде, а потом будут микрофоны здесь в зале. Так что давайте, чтобы все учитывали бы дискуссию, или как можно больше учитывало, приняло бы участие в этой дискуссии. Самый последний вопрос. Вопрос, который даже после многих лет разных дискуссий остался все-таки актуальным, существенным. Одно собраться
обсуждать вопросы, может быть, и найти общий язык, но все-таки в зависимости от того, представляете ли вы частный бизнес или государство, или не государственную организацию, что все-таки понимаете что-то другое под какими-то понятиями. И это как бы разрыв, языковой разрыв также, и как возможно это преодолевать и в сфере законодательства, чтобы на самом деле получить тот эффект, который был бы желательным, потому что язык другой, культура другая, и нету какого общего какого-то подхода к этому. Спасибо. Думаю, что вопрос языка, мы этим будем даже заниматься в рамках наших правительств. Это касается особенно законодательства, особенно законодательных процессов. Наш язык, наша культура, это приводит к тому, что есть разные понимания разных понятий. И есть такая тенденция все понимать так, как мы хотели бы. Но дух человека просто коррумпированный, так сказать. Но вы знаете, что я имею в виду. Что касается технологий, например, надо иметь общую платформу для этого. Несколько дней тому назад мы разговаривали о первом появлении интернета, о создании интернета и первых этих узлах, которые были созданы. И как было возможно это сделать? Потому что инфраструктура, то есть разные элементы инфраструктуры смогли между собой коммуницировать. И нам тоже нужен такой подход в рамках законодательства, чтобы мы знали бы, о чем идет речь. Даже на английском языке одно какое-то понятие, которое я употребляю в Гамбии, у нас воспринимается, совсем понимается по-другому, чем, например, где-нибудь на другом месте в мире. Надо четко определить все понятия, чтобы иметь общее понимание каких-то понятий, каких-то процедур, независимо от языка, чтобы последовательно использовать эти понятия. 100% нам удастся, не удастся это обеспечить, но все-таки более последовательное потребление понятий – это очень-очень важно. Спасибо, господин посол, за этот очень важный вопрос. Как можем именно обеспечить, чтобы понимать друг друга правильно? Ну, скажем так, в понедельник я первый раз посетила этот форум, и я должна сказать, что я совсем не поняла, о чем идет речь. Я думала, может быть, я не туда попала, куда мне было надо попасть. Но сейчас я понимаю эти слова, концепции, вызовы и ответы на эти вызовы. Я понимаю их. А это означает, что тем временем я уверена в том, что только тот факт, что мы собираемся в одном зале и разговариваем о тех же самых проблемах, это как бы и наилучшее решение преодоления разрыва этой пропасти между техникой и политикой. Я не знаю, насколько технические эксперты будут именно думать о каких-то юридических вопросах или наоборот. Вот я вам приведу пример практически. 5 дней, значит, с понедельника до пятницы, чем мы занимались. Если я вернулась бы в парламент свой и сказала бы, давайте закон 4.0, давайте принимать такой закон. Давайте все будем воплощать в жизнь. Они, наверное, мне скажут, что я с ума сошла. Может быть, некоторые из них даже присоединились бы к этому, но другие, наверное, не пошли бы на такую авантюру, на такое приключение. Но все-таки, почему мы это делаем? Мы, значит, думаем о том, чтобы принимать закон об обработке персональных данных. Мы занимаемся и вопросом общего доступа в интернет. Да, в Бразилии есть и другие проблемы, но все-таки мы должны сейчас начать думать об этом. В Эль-Сальвадоре, например, только 30% населения имеют доступ в интернет. И надо об этом заботиться все-таки.
это право человека, но все-таки по мнению ООН. Вот чем, значит, как это сделать? Мы все люди, мы должны понимать друг друга. И куда приведет нас законодательство 4.0? Ну, это приведет к тому, чтобы мы все понимали бы мир одинаково, чтобы у нас получился бы один мир, один интернет, одно видение. Спасибо. Ну, это философический вопрос, скорее всего. Но я очень такой практик, скорее всего. Значит, для меня очень сложно говорить об этих разницах. Но разницы есть большие между Бразилией, Африкой, Египтом. В Бразилии мы считаем так, мир очень сильно, очень быстро меняется. А в интернете было такое недопонимание определенное время тому назад, несколько недель тому назад. Мир думал, что Амазонас горит, а этот пожар, эти пожары бывают, они, значит, что преступники их начинают. Тем самым неправительственные организации начали эти пожары, чтобы проблемой были бы для нового правительства консервативного. 20 лет тому назад, 20 лет, это первый раз в течение 20 лет, что это был год, в которых у нас, значит, число пожаров достигло минимума. Это был фейк-ньюс, ложные известия. Даже жираф так можно было увидеть, а в Амазонасе вообще нету жирафов. И по этому мы должны гарантировать свободу выражения мнения для всех сторон, и левых, и правых. И вот об этом идет сейчас речь в Бразилии. А проблема Бразилии, надо, чтобы поняли бы в Бразилии эту проблему, но и другие государства. Мы должны выслушать всех. Я думаю, что в интернете есть большая проблема, что только одна сторона получает голос. Да, я думаю, что я также являюсь связующим звеном как-то, потому что у меня технический фон, я технический эксперт по профессии, и одновременно являюсь депутатом. Поэтому для меня это немножко легче, может быть. Для того, чтобы открыть коммуникационные каналы с другими депутатами, у которых нет такого фона, надо посмотреть, что на наднациональном, на национальном уровнях случается. Я регулярно информируюсь и общаю об этом моих коллег. И даже тех, которые не столько интересуются технологией. А вот тем временем они сейчас начали меня спросить, ко мне обращаться по вопросу до лучшей практики и так далее. Они начали интересоваться, чтобы технология, чтобы это не было бы ругательство, но что-то положительное. Значит, это первое. А второе, если есть такой интерес, надо это использовать. И в каждом парламенте есть возможность организовать повышение квалификации для депутатов, для сотрудников и любого возраста. Всегда возможно учиться, и можно курсы специальные, семинары именно предлагать депутатам, которые этим интересуются, те будут это использовать. И, во-третьих, создать группу для поддержки, которые на самом деле нашу цифровую работу публиковали бы общественности. Вот это тот круг лиц, которые должны крепить интерес, заинтересованность среди нашего населения,
Это помогает, особенно если речь идет о новых законопроектах, новых темах, которые придется регулировать законом. Надо иметь такие группы людей, у которых есть уже первые идеи, которые будут заботиться о том, чтобы политика этим занималась бы, и чтобы законы привести в актуальное состояние. Спасибо, это хорошие практические предложения. Да, там ждет уже ряд человек. Вот есть просьба использовать микрофоны, пожалуйста. Вот вам присваивается первое слово. Спасибо. Томас. Мы имели великолепную рабочую группу, рабочую секцию, 25 коллег об интернет-стандартах, с техническими экспертами, и как сделать интернет более безопасным. Сразу же сейчас Азера и госпожа Эскобар, вам вопрос. Мы начали с 5 рекомендациями. Я сейчас не буду все это перечисливать, но и 6-я рекомендация теперь есть. Мы увидели, что есть принципиальная потребность для всех сторон познакомиться с правилами, то есть технические эксперты имеют свои протоколы, они должны перевести их в языки, на языки, которые вы понимаете, а потому что политика также следит своим правилам и протоколам, мы должны их тоже перевести, так сказать. И вы тоже внесли вклад в это дело. Я просил бы вас просто сотрудничать в этой области. Спасибо. У нас 4 или 5 минут осталось. Я предложил бы вам слово. Уильям Фадер. Я являюсь членом парламента ЮАР. У нас уже есть форум ИКТ, 10 лет работает этот форум уже, актуально. Мы стараемся к безбумажному парламенту, то есть чтобы представить возможность нашему населению коммуницировать по интернету. И этот мандат в июне 2017 года был расширен, чтобы включить и искусственный интеллект в рамках всех законодательных процедур. Мы верим в открытое общество, в котором доступ в интернет был бы для всех, но есть также и требуем обязательства по отчетности со стороны государства, чтобы это право обеспечить. И население должно быть защищено от злоупотребления извне. Это важно для всех стран. Искусственный интеллект в рамках 4-й промышленной революции тоже важная тема. Это должно нам помочь в сфере образования, здравоохранения и хорошего управления, надлежащего управления. Мы от Teams узнали о принципах контракта по новому интернету Тим Бернес-Ли. Это хорошая основа для повышения доверия. Это очень обнадеживающее все, и я хочу поблагодарить вас за этот форум IGF в этом году. Спасибо. Дама справа, пожалуйста, впереди. Добрый день. Пожалуйста, даму сначала пустите. Спасибо, Томас. Я хотела бы начать диалог с бразильским парламентом. Я очень рада тому, что здесь представители здесь есть, которые заинтересованы в управлении с интернетом. Интернетом. Мы следим внимательно за политикой в Бразилии, но есть разные проблемы, связанные с гражданским обществом, с неправительственными организациями, со свободой выражения мнений. Это важно. Ежедневно нападают на нас и на всех, которые критикуют президента. Это, может быть, всегда считается фейк-ньюзом или ложной информацией. Карла, мой вопрос следующий.
Как вы рассматриваете роль парламента Бразилии, если речь идет о преодолении этих конфликтов, этих разногласий между правительством Бразилии и населением? Есть просьба не говорить о международной политике слишком много. Может быть, это двусторонним образом возможно было бы обсуждать, потому что придется все-таки ограничиться нашей темой здесь. Да, многие органы, многие разные комитеты были созданы, и расследование было проведено в Бразилии. Есть проблема. Коррупция, это у нас привело к большому ущербу. У нас нет терроризма, у нас нет каких-то проблем, связанных с нашими природными ресурсами. У нас их много есть. Однако то минимальное нету, чего нам нужно, потому что у нас очень много кражей, миллиардовые, значит, кражи, кражи наш народ, и были разные советы гражданского общества, но они ничего не сделали, они следили только за собственными целями. Я являюсь обычным депутатом, но в Фейсбуке, я по Твиттеру коммуницирую сейчас, 27 миллионов ежемесячно людей реагируют в Фейсбуке, в Твиттере. По Твиттеру 40 миллионов человек в месяц реагируют. Это потому, что наши СМИ не выполняют свою роль. Ту информацию, которую мы видим в наших СМИ, а у нас загарантирована свобода печати СМИ, народ не верит этим СМИ, они читают все это, но просто не верят этим СМИ, этим журналистам, и поэтому они обращаются к нам, чтобы получить более точную информацию. Значит, СМИ – это одно, а реальность – это другое, хотя это не наша сегодняшняя тема, но я буду в вашем распоряжении и в кулуарах этой конференции во время перерыва. Спасибо. Я зовут Карлей Масане, я являюсь депутатом Нигерии, парламента Нигерии. Я очень доволен ходом этого форума, но все-таки есть у меня определенная критика. Языковая барьера все-таки очень большая барьера, которую надо снимать. Если вы хотите, чтобы депутаты были бы активными, а мы получаем только одну минуту или две минуты буквально, чтобы выступать, это уже проблема, проблема представляет собой парламентарий. Они все-таки в первую очередь должны выступать, говорить, и поэтому надо иметь достаточно времени. Я из французскоязычной страны. Что касается, значит, языка и в нашем парламенте, и мы сотрудничаем с другими организациями. 17 января 2020 года у нас будет конференция. Мы уже многое сделали в этой связи, но все дискуссии, в которых я принял участие до вчерашнего дня, не было перевода, не было перевода на французский язык. Я просто не владею английским языком. Считаю, что это очень несправедливо. Значит, если вы говорите о доверии, как вы хотите, чтобы мы доверяли бы вам, если даже нет возможности понять, что здесь было сказано? И депутат Эль-Сальвадор, она хорошо это выразила. Нам нужно иметь орган управленческий, ведущий для подготовки форума IGF 2020 года. Нам нужна какая-то инстанция, какой-то орган, кому можно обратиться по таким вопросам. Спасибо. С левой стороны, пожалуйста, вы. Да.
у нас буквально одна минута осталась. Тогда, значит, у нас возможность есть предоставить двум здесь слово. Пожалуйста, очень кратко выступает. Меня зовут Сафар от ТАЦ, представляю организацию ТАЦ. Хочу в первую очередь поблагодарить сообществу, германскому сообществу для цифровой повестки дня за их инициативу. И хочу вам всем пожелать и вас призывать к тому, чтобы предъявлять силу руководящую с вашей точки зрения в рамках вашей должности. Это первый раз, что депутаты имеют такую возможность участвовать в таком широком, на такой широкой основе, и чтобы на самом высоком уровне обсуждать эти темы в рамках IGF. А теперь, конечно, это за вами, очередь за вами, что вы сделаете из этого. Наши парламенты, у них есть сейчас домашние задания. И я надеюсь, что в скором будущем у нас будет возможность, чтобы я стал бы Джимми Шульц Конго, чтобы разработать цифровую агенду, цифровую повестку дня для Конго. Но нельзя, чтобы это отдельно каждая страна сделала бы у себя, потому что глобальные темы следует на глобальном уровне обсуждать, чтобы все шли бы в одном направлении. Это не обязательно означает, что все будут с той же самой скоростью ходить, шагать этом пути. Но все-таки организаторы нам сказали, что все-таки немножко времени осталось. Прекрасно. Памела Масай. Здравствуйте, меня зовут Памела Асай. Я член Африканской парламентарской ассамблеи из Танзании. Хотела бы вам задать следующий вопрос. Мы много слышали о темах, которые могут сблизить нас. И одна из таких идей – это ввести межпарламентские диалоги и диалоги между странами создать. Итак, мой вопрос. Мы будем вести диалог с людьми, которые не, в принципе, не очень проинформированы о цифровом интернете. Может быть, у IGF есть возможность создать программу или портал, который мы можем предоставить странам, ну или чисто конкретно каким-то учреждениям, с тем, чтобы они вообще поняли, чем же занимается наш форум по управлению интернетом и какова наша главная цель, с тем, чтобы мы вообще могли ее достичь. Спасибо. Перед тем, как я предоставлю слово Аиде, хотел бы еще одну вещь упомянуть. Ваши идеи, конечно, замечательные. Одна вещь нам требуется с тем, чтобы все это воплотить в жизнь, а именно деньги. И мы должны поговорить о финансовых средствах, без которых все это будет невозможно. И IGF финансируется на добровольной воле правительствами, частными группами и лицами. Если вы, как добровольные сотрудники, обратитесь к правительствам и попросите их инвестировать в площадки диалога, с тем, чтобы люди понимали вообще, чем мы занимаемся, политики и другие, потому что люди считают, что такие формы не значимы, не имеют никакого значения, потому что мы не принимаем решений. Но ведь диалог – это первый шаг на пути к взаимопониманию, на пути к решениям. Поэтому мы должны инвестировать в такие диалоги, мы должны поддерживать IGF и другие форумы. И я надеюсь, что вы это сделаете с тем, чтобы нам предоставили средства для того, чтобы мы могли достичь наших целей. Здравствуйте, меня зовут Кристина Гида, я работаю на египетское правительство. Хотела бы изначально поблагодарить германское правительство и германский парламент за то, что вы пригласили сюда парламентских депутатов. Я очень рада видеть здесь представителей нашего региона из Африки, из юго-востока, из Египта, конечно. Я хотела бы одну вещь подчеркнуть.
Многие из вас впервые участвуют в таком форуме, и я хотела бы обратить ваше внимание на то, что существует целая сеть национальных и региональных IGF, которые происходят в разных, проводятся в разных странах, в разных регионах, и вот этот вот, вот эта сеть уже была упомянута высоким подиумом генерального секретаря ООН, и считается, что это является силой нашего глобального форума. Я надеюсь, что вы это услышали, что вы вернетесь и, может быть, будете поддерживать ваши национальные форумы и как-то делать вклад таким образом в наш глобальный форум по управлению интернетом. Я хотела бы сказать, что эти национальные и региональные структуры формально не связаны с нашим глобальным форумом, но вы найдете список этих национальных и региональных структур на нашей страничке онлайн. Да, вкратце хотела бы ответить, хотела бы поделиться с вами секретом. Без госпожи Ариды я бы здесь вообще не была. Она мне рассказала об IGF и поддержала меня приехать сюда, в моем желании приехать сюда. Поэтому я считаю, что это очень хорошее сотрудничество между парламентом и правительством. Замечательный пример. Спасибо. Сударь в среднем кулуаре, пожалуйста. Здравствуйте, я представляю делегацию Чада, и я возглавляю департамент по коммуникациям, а также департамент, который занимается вопросами по правам человека. Я очень рад сегодня здесь присутствовать и благодарю германский Бундестаг за приглашение на этот форум. Также я приветствую инициативу наших участников в панельной дискуссии создать комитет по управлению, управленческий комитет. Но, как и уже это упомянули другие коллеги, я хотела бы критически отметить следующее. Мы очень сильно ощущаем вот эти языковые барьеры, потому что весь форум проходил на английском языке. Мы не получили ни одного документа на французском языке, и не слышали перевод, не слышали почти перевода. И потом 54 страны и больше чем 2000 участников участвовали в IGF у нас. Я хотел бы, чтобы этот форум также подключили к этому глобальному форуму здесь, в Берлине. Было бы важно вообще узнать, что, чего же достигли здесь африканские государства, и обеспечить им также доступ к новым технологиям. Хотел бы поставить вам следующий вопрос. Это цифровая пропасть. Неужели мы ее уже преодолели? В 2003 году мы говорили об этой пропасти цифровой в Женеве, особенно в неразвитых странах. И потом страны севера и страны юга. Неужели они уже находятся на одном и том же уровне развития с тем, чтобы вместе шагать в сторону и на пути к большей инклюзии? Я считаю же, что у нас еще целый ряд вызовов в области инклюзии. Я считаю, что мы должны бороться над этими вызовами, и не только бороться в африканских государствах, но вообще с поддержкой международного сообщества. Как уже выступил один из коллег, 30% африканцев на данный момент имеют доступ к интернету. И я считаю, что то, что касается равноправия, особенно что касается области обучения, образования, доступа к электричеству, снабжения с электричеством, это действительно невероятные проблемы, которые могут решиться только с международной поддержкой. В больших городах в Африке мы, конечно, имеем доступ к электричеству, но это далеко еще не так, как в сельских местностях. Помимо этого, хотел бы упомянуть, что Чад имеет невероятные проблемы и сложности с терроризмом, и нам нужна помощь с тем, чтобы бороться с этим терроризмом. Эти нападения, конечно, нам сильно вредят, особенно в неразвитых странах. Большое спасибо.
Большое спасибо. Я хотел бы вас поддержать, продолжить вашу дискуссию во время обеда и даже после обеда, конечно. А теперь хотел бы опять предоставить возможность продолжить вашу дискуссию. Я передаю слово главному модератору. Большое спасибо за ваше время. Конечно, у нас не хватает времени, чтобы охватить всю палитру вопросов, всю палитру тем, но большое спасибо. И, конечно, большое спасибо Джимми, который был мне хорошим другом. Я с ним часто встречался на таких форумах. И без него, конечно, все это было бы невозможно. Большое спасибо вам, большое вам за ваши выступления здесь, в аудиторию. И большое спасибо вам. Я не являюсь членом парламента, я просто журналистка, но я очень тронута этой дискуссией. Для меня это действительно нечто, что я, чем я буду пользоваться во всех сферах жизни. Спасибо большое. Большое спасибо, Томас Шнайдер, за то, что вы поддержали этот огонек в нашей дискуссии. Спасибо за ваши вклады, за ваши выступления с разных стран. Я надеюсь, что мы еще связаны дистанционно с людьми онлайн, с участниками онлайн. И на последнюю дискуссию перед обедом я с удовольствием передам микрофон доктору Клайнвехтеру, который возглавляет комиссию по стабильности киберпространства. Он же приведет Мануэля Хёфелина, члена германского парламента, и речь пойдет о парламентских посланиях к нам. Большое спасибо. Меня зовут Вольфганг Клайнмехтер. Я являюсь одним из ветеранов IGF, и моя задача состоит в том провести вас через эту последнюю часть заседания. Мы всегда говорили о наших дискуссиях честно и открыто, и всегда говорили о подходе снизу вверх, bottom-up. И теперь мы собрали здесь депутатов парламентов и пытались собрать и как-то резюмировать наши вклады. Это не является резолюцией, не является декларацией, но мы все знаем из мира интернета, что директивы и послания обычно принимаются в консенсусе. Не все должны быть согласны с каждым единственным словом. Если вы просто согласны с главным нашим посланием, то это уже хорошо. Мы называем это посланием. Это не является формальной резолюцией или декларацией. И мы все помним Джимми, который участвовал во многих таких форумах. Кто-то предложил назвать эти послания посланием Джимми Шульца. И я присутствовала в Найроби на нашем форуме в 2011 году, когда и Джимми там впервые участвовал. И идея, что Германия когда-то также проведет такой форум, родилась именно там, во время такого первого заседания. Он был первым членом парламента германского, который приехал на IGF и всех нас мобилизировал, в том числе и Мануэля Хёфелина. И поэтому мы проведем вас по последней части этого документа. Документ состоит из трех частей. Первая – это такой заголовок. Потом мы говорим о разных референциях, если вы хотите, так просто связи с другими документами, и в конце концов заключение, где мы говорим о нашей IGF-группе депутатов парламента. Итак, в заголовке у нас содержится одна ключевая мысль, а именно интернет является противоречивой такой тематикой, и вы должны как-то сбалансировать, быть в состоянии сбалансировать разные мнения. То есть баланс и равновесие являются ключевой мыслью. У нас есть разные темы: безопасность, экономика, права человека, доступ и так далее. И вы все должны
поставить в равновесие. Это хороший такой исходной пункт для нас, депутатов парламентов. Я считаю, что это, наверное, даже не новость для людей, которые работают в парламенте. Они всегда должны искать компромиссов. И во второй части нашего документа мы говорим о других шести документах и форумах. Совершенно нет надобности придумывать нечто новое. Мы теперь работаем над этой темой приблизительно 20 лет, и мы уже многого достигли. Если вы хотите прогресса, вы должны строить на том и основываться на том, чего мы уже достигли. И это такой поэтапный подход разработки наших политических мер. Я считаю, что мы должны основывать нашу работу на уже достигнутых вещах. Это очень хорошая повестка дня, отличный документ у нас есть, а именно декларация 2014 года. Там мы описываем детально, в чем же состоит такой многосторонний подход. Вы знаете, что есть множество резолюций ООН, и это поддержано всеми 193 государствами ООН, что международное право и права человека опубликованы онлайн и офлайн. Это действительно такие больших два блока для национальных, для работы национальных парламентов на протяжении следующих лет. И множество докладов из разных комитетов. Томас только что упомянул доклад высокопоставленного панеля о цифровом сотрудничестве, который был создан генеральным секретарем ООН. И есть также и комиссия, которая была создана Международной организацией труда МОД о будущем работы и рабочего мира. У нас существует множество идей. Совершенно не надо ничего нового придумывать. Давайте же воспользуемся уже существующими документами. И я считаю, что Международный парламентский союз играет здесь большую роль, если мы хотим достичь прогресса. И этот союз только что возобновил свой доклад по так называемому электронному парламенту и парламент, где вы тоже можете подключиться. Это тоже играет важную роль для ЦУР, которые были приняты ООН. И мы об этом очень конкретно говорим, особенно о цели номер 9, которая тесно связана с нашей тематикой, над которой мы здесь работали. Если мы же взглянем в будущее, посмотрим в будущее, то мы увидим главные этапы, которые нам предстоит достичь. Там содержатся документы, которые мы будем обговаривать по случаю 75-летия ООН. Это очень важная директива такая. Вы можете внести очень много идей на международном уровне и потом пользоваться ими в своих национальных дискуссиях. В 2025 году мы проводим конференцию ВИСИС плюс, и все возможно, это будет глобальным, таким всемирным интернетным саммитом. Я думаю, что когда мы соберемся в 2025 году, мы и пересмотрим наши результаты. Это будет невероятным мероприятием. Потом в 2030 году мы посмотрим, чего же мы достигли в области цели устойчивого развития. Потом третья часть – это наши действия. И я попросил бы Мануэля прийти к нам на сцену и объяснить нам, в чем же состоят эти 5 параграфов. И потом мы перейдем к призыву Джимми Шольца. Yeah, thank you, Wolfgang. Да, большое спасибо, Вольфганг. Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги, в последнем году в Париже я впервые принимал участие в IGF, а в этом году у меня действительно сложилось впечатление в этом году, что я являюсь частью чего-то общего, совместного. Джимми Шольц долгое время был единственным парламентарием, который принимал участие в IGF.
Но, как уже было рассказано, он возвратился, рассказывал нам о IGF, и он горел, так сказать, этим делом. И он говорил, мы должны стать частью данного форума по управлению интернетом в прошлом году. Я поэтому впервые понял, что он имел в виду, потому что IGF является особым таким, особой такой структурой. Здесь встречаются люди со всего мира, у нас различные мнения, различные позиции. Мы представляем разные государства, разные слои общества, но все мы ведем дискуссию о будущем интернета и каждый день учимся чему-нибудь новому. Есть очень открытая культура коммуникации в рамках нашего форума. К сожалению, Джимми Шольц умер в день Zero, и мы чтили его память в церемонии открытия, а также в ходе проведения форума. В беседах с парламентариями, в частности, в среду мы встречались с правлением ИКАН, с Винсофом, и между встречами у нас было 40 минут времени. И все депутаты, которые были на первом митинге, они остались в помещении и просто продолжали свою беседу, продолжили свои беседы. Это было спонтанно. Был такой спонтанный, интересный митинг, спонтанная, интересная встреча. И поэтому мы решили, что мы эти послания хотим бы назвать признанием Джимми Шольца. Я не буду повторять эти 5 пунктов, но 3 рекомендации я хотел бы особенно подчеркнуть. Мы, депутаты, стремимся к тому, чтобы международное сотрудничество и обмен наилучшей практикой хотели бы укрепить. А именно такое сотрудничество между парламентами. Я считаю, что прекрасно будет себе представить, как Джимми Шольц, скажем, Джимми Шольц, так сказать, его идеи будут распространяться и в других государствах, и с тем, чтобы люди приходили вот к таким встречам, мультистейкхолдерским встречам. Мы хотим пользоваться этим подходом. Есть, когда мы будем осуществлять дискуссии в наших парламентах. Такую культуру форума IGF мы можем внедрить и в наших парламентах. Наши парламенты очень различаются друг от друга. У нас есть различные культуры ведения дискуссий в парламентах. У нас, хорошо говоря, у нас есть свободные и более свободные парламенты, свободные и более свободные правила в наших государствах. И, может быть, данную культуру ведения дискуссий мы могли бы взять с собой домой, чтобы в наших парламентах еще лучше обсуждать те или иные вопросы. И следующий момент был бы самым важным для Джимми. Мы хотим, как парламентарии, сотрудничать в направлении, так сказать, неформального парламентского IGF. Мы хотели бы свести депутатов всего мира. И это являлось нашей исходной точкой. Может быть, нам это уже удастся в Польше в следующем году осуществить вот эту идею, реализовать ее. МС и другие организации. МСЭ и другие организации. Не, Межпарламентский союз и другие организационные структуры иногда ограничены размерами делегации. Он здесь, но сюда на IGF может прийти кто хочет. Здесь нету каких-либо ограничений по количеству. Но в некоторых государствах ситуация такая, что, может быть, члены оппозиции не имеют возможности, им не разрешено принимать участие в каких-либо конференциях. Германия обычно могут принимать участие все, но иногда есть и ограничения такого рода, что принимают участие только лишь, скажем, 2 депутата, и которые затем принадлежат к другим самым крупным фракциям парламента. В других странах может быть иная ситуация. И было бы хорошо иметь такое большое пространство для парламентариев всего мира, принимать в этом участие, вне зависимости от того, являются они представителями правительства или оппозиции. Они все могут прийти сюда, в IGF, и могут здесь говорить о будущем и о свободном интернете. И это было же и основной мыслью Джимми. IGF должен собрать
парламентариев всех политических партий, политических направлений, а именно в рамках такого мультистейкхолдерского подхода. Большое спасибо. Большое спасибо представителям парламентов, но и всем другим участникам настоящего IGF. Я хотел бы поблагодарить хозяинов и организаторов. Я как представитель оппозиции хотел бы поблагодарить и правительство за то, что было израсходовано так много денежных средств для того, чтобы провести данную встречу. Хотел бы поблагодарить всех представителей парламента из всего мира и их приглашать на такое участие. Наше письмо было подписано Вольфгангом Шойбле, который является председателем нашего парламента, и также Джимми Шульцем. Это пригласительное письмо, но, конечно, финансировало данное мероприятие федеральное правительство. Большое спасибо. Этот призыв является очень большим успехом нашей деятельности. Я думаю, Джимми Шульц гордился бы нами. Большое спасибо. Мы увидимся в Катовицах в следующем году. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо всем вам. А теперь у нас будет обеденный перерыв до 3 часов. И после этого мы все еще, скажем, подведем итоги, результаты, а именно на этой трибуне. Желаю вам приятно провести время в течение сегодняшнего дня.